Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Микс Гейм. Был у нас небольшой перерывчик на Ютубе по видосикам, в связи с тем, что немного я приболел, но сейчас уже все хорошо, и вот с этим видео мы начинаем с вами дальнейшее путешествие по игрушкам. На данный момент это игрушка Mortal Kombat, и сегодня мы с вами, наверное, с этого видео начнем прохождение этой игрушки, да, развитие в ней. Но для начала мы с вами откроем каких-нибудь крутых персонажей, и давайте начнем прямо сейчас. И у нас первая кайфовая штучка, бесплатная. Мы с вами выбрали чехольчик. Давайте его определим в коллекцию. В игру только зашел, еще ничего буквально не смотрел. И, кстати, не знаю почему, игрушка немного подтормаживает на Ноксе. И вообще проблемы в последнее время с Роскомнадзором, с этим, да, и вход в игры, и в Нокс, и так далее, и в PUBG, и, в общем, полная ересь получается. Но мы все-таки с вами будем пробовать что-то делать и как-то играть и развиваться. Итак, у нас с вами есть души, у нас с вами есть монетки. В общем-то, все по кайфу. И давайте смотреть, что же мы сегодня будем с вами открывать такого топового. Так, у нас есть с вами задуши, значит, золотой набор спецназа, карты золотой Джон Кейдж, Соня и Кейси Кейдж. Это раз. Дальше, что мы еще сможем с вами открыть задуши? Набор неудержимый Джейсон, содержит одно золотое персонажа и два дополнительных карты, возможность получить неудержимого Джейсона Вурхиза. Это интересно. Дальше. У нас с вами есть вот такой дорогой наборчик. Набор преисподней. Содержит три золотых карты. Призрак Саб-Зиро, призрак Джакас и чернокнижник Куан Чи. Угу. Тоже очень интересный наборчик. Я думаю, мы его с вами тоже подкрываем. Дальше есть набор испытания. Содержит одного золотого персонажа из предыдущих испытаний, а также необычную редкую или эпическую карту экипировки и 5 карт повышения уровня. Тоже забавно. Ну и вот есть простой набор за души. Это боевой набор, содержит одну золотого персонажа и две другие карты. А, еще набор элитный есть. Теперь редкие и мощные алмазные персонажи. Питание плюс 2 карты. Вот, тут мы можем с вами алмазных персонажей вытянуть. Вау, интересно. Давайте мы с вами начнем с Джейсона. Почему бы как бы и нет? У меня, по сути, вы как видите, я только начал игру, да? И у меня, по сути, нет никаких крутых персонажей. Там один золотой, даже не помню, кто он будет. Сразу, ребят, да, предупреждаю, тут какая-то, не знаю, вот почему-то такая вот тупость немного в игре, и очень долго расчехляются наборчики. Но я думаю, это все-таки связано из этого Нокса и Роскомнадзора. Ну да ладненько. Все лишнее постараемся мы вырезать, ну а сейчас поехали открывать. Поехали. Так, кстати, не включил я звук. Борайчо. Вражда барака. Это у нас бонус, я так понимаю, да? Дальше. Кибернетик. Окей. И это Легион душ. Повелитель душ Ермак. Золотая карточка. Очень круто. Я очень этой картой доволен. Так, что дальше у нас? Кстати, мы с вами заработали еще деньжат, что не может радовать. Давайте продолжим открывать наборы Джейсона. И как раз давайте-ка мы сделаем с вами громкость. Ну-ка, что на этот раз? Новый уровень улучшения. Дальше. Спецприем. Дальше. И неудержимый Джейсон Вурхуз. Это, кстати, та самая карта, которую мы могли бы получить. Крутая, да? Я все правильно же понимаю? У Джейсона есть шанс уклоняться от всех спецприемов. После уклонения Джейсон атакует и оглушает противника. У всей команды есть шанс на неблокируемый спецприем 2. Угу.
Ну что, это уже что-то. И давайте еще одного Джейсона откроем, а затем перейдем с вами к другому наборчику. Я даже знаю, к какому. Только игра родная, давай не тупи, давай это дело все по-шустрому сделаем. Не будем наших братишек и сестренок заставлять долго ждать. А быстренько все откроем и получим от этого громадное удовольствие. Давай, 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 давай. Ну видите, ребят, да, как долго все это дело расчехляется. Чутка подбешивает. Наконец-то. Но что нас ждет на этот раз? Новый уровень. Отлично. Дальше. Брат Нуб Сайбот. Плюс 3. Бонус восстановления энергии для всех персонажей Саб-Зира. Я думаю, это ценная вещь. И пчелиная матка. Девора. Вау. Рой Деворы может наложить несколько эффектов на противника. Имеете иммунитет к яду. А, все понятно. Ну что, я доволен. Мы открыли с вами 3 набора Джейсона и получили 3 новых бойца. Я считаю, это очень круто. Давайте теперь что? Мы откроем с вами золотой набор спецназа. А затем перейдем к самым крутым наборам. Это набор преисподней. Поехали. Золотой набор спецназа. Ну что, будем надеяться, что мы тут тоже крутые карты с вами вытащим. Это золотой Джонни Кейдж, Соня и Кейси Кейдж. Хотелось бы, конечно, всех заполучить себе. Но посмотрим, как нам улыбнется рандом в этот раз. Ну давай, родной, раздупляйся. Блин, ну почему вот такая задержка? Я не понимаю вообще. Слава тебе, Господи. Ну что? 50 тысяч монет. Отлично, в копилочку. Плюс 3% бонус восстановления энергии для всех персонажей Джонни Кейдж. Круто. Дальше. Смертельный поцелуй. Плюс 3% бонус атаки для всех персонажей Соня Блейд. Отлично. И вот она сама, Соня Блейд, золотая. Добро пожаловать в нашу коллекцию. Ну что, едем дальше. На этом мы с вами не останавливаемся и переходим ко второму этапу открытия набора спецназа. Монетки, как всегда, прилетели. Элитный атлет. Это у нас к Соньке, я так понял, относится. То же самое. Я думаю, потом мы постепенно с вами, ребят, все подробно рассмотрим. Каждую карту, каждое усиление. Вау! Кенши. Баланс. Это интересно. И у нас какое-то новое достижение в Google. Ну и что, давайте еще откроем последний набор спецназа. А затем перейдем, конечно, к самым дорогим наборам. Кстати, плохая новость еще заключается в том, что у меня не грузятся трансформеры, закаленные в бою. Не знаю почему, видимо, тоже связано все это с гребаным Роскомнадзором. Бесит аж, что я не могу для своих братишек и сестренок снять нормальные видосики по тем играм, которые они, конечно же, ждут. Поначалу даже не грузился трансформеры Earth Wars, но сейчас вроде начало грузиться. Еще я, конечно, во всем этом покопаюсь и постараюсь как можно скорее все это дело исправить какими-то хитрыми способами. Так, монетки получили. Отлично. Эта карта у нас уже есть, но лишняя вторая не будет. Объединяем. Плюс 6. Дальше. Смертельный поцелуй Сонечки тоже у нас есть. Объединяем. Это будет плюс 6%. И... Йоу, Джонни Кейдж! Ну, слушайте, нам просто сегодня прет. Нам просто прет. Мы открыли 6 наборов и выбили 6 крутых золотых бойцов карт, да? Так, набор испытания. Давайте набор испытания и набор элитный мы с вами оставим на следующий видосик. А сейчас, как я и обещал, откроем еще несколько наборов
преисподней. Поехали. Все-таки там тоже имеются очень крутые бойцы. Призрак Саб-Зиру, призрак Джакс и чернокнижник Куан Чи. Но я думаю, помимо этих у нас персонажей там тоже имеются еще какие-то. Ну давай, давай, родной, раздупляемся, раздупляемся. Я хочу ребяткам показать, что же мы тут с вами сможем поиметь. Еще нет ни одного у нас алмазного персонажа, но я думаю, в следующем видосике при открытии других наборов мы с вами сможем забацать себе и крутых алмазных персонажей. Ну и что же мы у нас будет? Обачки! Саб-Зиро призрак! Круто! Саб-Зиро мне вообще нравится как герой. Да ладно! Джакс Брикс призрак! Круто! И Куан Чи! Я правильно понимаю? Это можно было в одном экземпляре открыть всех сразу трех? Это было гарантировано, да? А подождите, а если еще мы раз откроем? Просто интересно. То есть мы также получим три карты просто и все вот этих же, да? Я так понимаю, так и будет. В любом случае мы это проверим. И, как говорится, в этом убедимся. Давай, 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 давай. Вы знаете, я что думаю? Сейчас мы откроем этот наборчик, и все-таки в конце видосика мы постараемся открыть... Сделаю только одно открытие набора, в котором есть вариация выбить алмазного персонажа. И просто посмотрим нашу удачу, получится это сделать нам с первого раза или нет. Итак, да... Саб-Зиро, все верно. Просто мы можем их тупо улучшать. И делать намного круче. Это тоже, кстати, большой плюс. Это, я вам скажу, большой плюс. Они сразу, карты становятся на порядок быстрее. Только затем их нужно участвовать ими в боях, конечно же, и прокачивать. Нормуль, нормуль. Ну и что, давайте, как я и обещал, попробуем выбить одного алмазного персонажа. Где это мы сможем с вами сделать? Вот здесь, да, элитный набор. Давайте испытаем удачку. Ну. Поехали. Новый уровень улучшения. Новый уровень улучшения. Новый уровень улучшения. Опять новый уровень улучшения. И еще один новый уровень улучшения. Маска гладиатора. 20% бонуса стойкости. Ага. Дальше. Кнуты с лезвиями. Увеличивают урон от рентгена. Тагида. 5% увеличения урона. Но. Ах ты ж блин. Призрак Кун Лао. Ну что ж, друзья, это не алмазный персонаж, но это же все-таки новый у нас герой и золотой. Это тоже очень круто. Ну что ж, друзья, вот такое получилось у нас с вами открытие по Mortal Kombat. Я надеюсь, эта игрушка тоже будет процветать на нашем канале. Что за гребаная реклама. Ну а с вами был Микс Гейм. Не забывайте ставить лайкосики, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Всем удачи, всем пока-пока. Чао.